чуточку поближе. Ремонт стиральной машинки прямо посреди двора. Вот тут подъезд. Шли, шли мужики, несли, несли стиральную машинку. Посреди двора остановились. И начали ее чинить. Начали чинить. Ремонт посреди двора. Супер. Только в России так бывает, наверное. Но нет, отойти куда-то в стороночку. На травку хотя бы. Тут прям посреди дорожки, где ходят люди, начали ее разбирать. А машинка-то такая узенькая-узенькая. Вон там. Прям узенькая такая. Вот, видно? Там видно, вот там мне просто преломляется луч, да? Стиральная машинка. Там видно, стой, дай. Отвертку взял. Че? Отвертку? Отверточку взял, отверточка там. Вот, кстати, вот там сломалась. Ну, раз ее там ремонтируют посреди двора, значит, она сломалась, соответственно. Все. Починили. Другую отвертку. Да нет, кажется. А что такое там? Какой-то планшет. Жили. Хватит. Видел? Разговаривают, что-то один другому говорит. Хорошая стиральная машинка. Да, сейчас погляжу. Да-да, точно, хорошая. Узенькая такая. Как раз встанет куда надо. Оглянули со всех сторон. А прям видно, новенькая. Беленькая-беленькая. Узенькая такая, хорошенькая. Покажешь поближе. Компактная. Чуть-чуть. Присматривается. Покажешь поближе тогда.